Девы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер. Вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш таро-прогноз на неделю. Посмотрим период с 28 ноября по 4 декабря 2022 года. Помогут мне в этом Суфи Таро, а также Рана Джордж Ленорман. Будем с вами раскрывать основные моменты этой недели, а также на что вам следует обратить особое внимание. Итак, позитив недели, негатив недели и совет от карт. Какова здесь ситуация и развитие событий? Что вас здесь ожидает? Смотрите, у вас девятка чаш, смерти, туз пентаклей. Маот в данном случае это как период перехода от нового к старому, как период трансформации. И карты у вас здесь замечательные, потому что они вам сулят радость, гармонию, воодушевление. Действительно, переход на новый уровень, новый шанс. И этот шанс у вас может быть как в плане заработка, отношений, новых начинаний, новых планов. Оставить за плечами старую жизнь, старые тяготы. Это как вопрос обновления. Для кого-то это просто может быть эмоциональный всплеск вследствие каких-то радостных событий. Может быть, какие-то ваши собственные мероприятия, памятные даты, дни рождения, свадьбы. Просто период творчества, но здесь вы будете, знаете, эмоционально насыщаться по полной. Сейчас мы проанализируем эту триаду с точки зрения личной жизни, посмотрим, какие события вам будут нести арканы. Итак, для тех, кто у нас свободен, по аркану маг, он же алхимик, это знакомство с человеком, который, по сути, перевернет все в вашей жизни с ног на голову. Это новые эмоции, это новые ощущения. Это желание насытиться общением, насытиться разговором, это погрузиться в этот союз, потому что здесь вам не будет хватать времени. Это, знаете, писать, выписывать, общаться, потому что действительно то общение, которое приносит много радости, удовольствия и воодушевления. Если же вы у нас в любовных треугольниках, то по аркану сила – это укрепление вашего союза, это переход отношений на новый, более качественный уровень. Это помощь, поддержка, это не просто даже вопросы какой-то солидарности по отношению друг к другу, это желание быть вместе, знаете, как до конца. Не зря здесь изображена лемниската, как символ бесконечности. Поэтому для кого-то здесь действительно может идти период создания новой семьи. И если вы в стабильных связях, у нас здесь падает дочь Пентакли или паж Пентакли. Для вас это новый опыт, новая ступень отношений, обретение новых возможностей. Для кого-то за счет продолжения рода. Видите, как это поливать свой род, продлевать свое древо жизни. Для кого-то просто новый подход к отношениям или же переход отношений на новый уровень. То есть, если вы ранее встречались, это может быть предложение съехаться вместе. Или если вы сожительствовали, желание, допустим, закрепить свои отношения узами брака. Если вы в отношениях, это может быть как продолжение рода, так и исправление тех ошибок, которые у вас могли быть в прошлом. Потому что поливать свой сад, поливать душу, опекать партнера, заботиться, дарить какие-то эмоции. Соответственно, и насыщать ваши отношения новым качеством жизни. Если карты смотреть с точки зрения работы и заработка, и на текущем этапе вы у нас не работаете по ряду причин, то здесь восьмерка пентаклей – это желание погрузиться в какое-то хобби, какие-то начинания, которые вам несут удовлетворение, духовный, личностный рост, радость и просто могут дарить радость людям. Кто-то может заметить для себя или подметить просто такой момент, что ваше хобби можно монетизировать, то есть перевести его просто из этапа для души, для тела, да, когда вы делаете для себя с целью какого-то духовного развития, в монетизацию, потому что мат, и здесь падает у нас аркан туз пентаклей, это как раз монетизировать то, что вы так любите, то, что вы умеете делать, от чего вы получаете воодушевление. И если вы у нас в статусе соискателя, то по аркану справедливость это успешно пройти собеседование, проверки. Для кого-то может быть сдать какой-то экзамен. То есть это справедливо получить ту вакансию, ту должность, к которой вы стремитесь. И, конечно же, радость от этого события, от этих перемен. И если вы у нас наемный сотрудник, то по королеве жезлов здесь у вас падает Малика Стафс. Это в первую очередь как признание, это авторитет. Если меня смотрит мужчина, здесь, ну, в какой-то степени за счет женщин, за счет
обмен информацией, может, каких-то сплетен по поводу вас, но тем не менее растет ваш статус, растет уважение к вам. Это, знаете, как в глазах коллег заиграть новыми красками. Для женщин это повышение уровня вашего авторитета, вашего социального статуса, и для женщин здесь может идти предложение по продвижению карьерной лестницы. И еще просто для мужчин и для женщин здесь как бонусы, премии, надбавки. У кого-то, пусть даже это увеличение заработной платы за счет индексации, но как показывают карты, действительно это то, что идет в плюс, то, что вас воодушевляет и радует. Если у вас свой собственный бизнес, опять же, обратите внимание, шестерка жезлов, карта победы, карта возможности, достижения целей. Это как выход на новый рынок. Это может быть... Знаете, как по-новому построить сам метод работы, либо график работы. Это новые товары, новые услуги, это ваша трансформация, это ваш переход на новый уровень, который вам дарит, знаете, как новый такой душевный посыл эмоциональный, и вы этим заряжаетесь. Ну и, конечно же, карта прибыли, здесь все прекрасно. По состоянию здоровья это трансформация, но здесь она и внутренняя, и внешняя, потому что для большинства это изменения внешние, которые вас воодушевляют, радуют и позволяют вам двигаться дальше. Но кто-то сбросил лишний вес, кто-то там подкорректировал внешность, допустим, за счет пластической хирургии. Это вопрос исцеления по здоровью. Поэтому здесь у вас такой прям, знаете, воодушевляющий подъем. Если мы посмотрим с вами негатив этой недели, этого периода, то здесь у нас ложится король пентаклей, королева чаш и солнце. Здесь бы я назвала это по этим арканам так, это как не заиграться в нарциссизм, не слишком взращивать в себе гордыню, потому что то, что вы здесь получаете признание, это факт, но кто-то может, знаете, какой-то с недобрым сердцем вам льстить, пытаться подобрать к вам ключи, найти какие-то ниточки. Вообще много социального общения, вот видите, потому что и король пентаклей, и королева чаши, солнце. Но, опять же, люди, которые могут преследовать свои интересы, знаете, взыграя на вашем самолюбии или тщеславии. Поэтому будьте здесь бдительны. Ну, а вообще, в плане негатива, это могут быть траты, связанные с чем-то для вас очень важным, значимым. Ну, это, знаете, как может быть сиюминутный порыв, потому что королева чаши, вот это хочется получить какую-то радость, знаете, какие-то эмоции, наконец-то уже встряхнуться от каких-то бытовых ситуаций, обыденных дел. Ну, это по принципу гулять так гулять, сколько той жизни. То есть это, допустим, плюнуть на все, сорваться, уехать в какую-то дорогостоящую поездку, может быть, для кого-то на последние деньги. У кого-то это какая-то дорогостоящая покупка. Или просто, не знаю, пошли хорошо, провели вечер там в ресторане с друзьями. То есть это потратиться для души, для удовольствия и, как следствие, получить заряд бодрости и энергии от этого. На совет, на рекомендацию, обратите внимание, как видите, у нас здесь ложится король чаш. Король чаш – это все-таки напитать себя эмоциями. Это получить удовольствие от происходящего, получить радость, получить вдохновение. У кого-то привести свои мысли и чувства в порядок и в гармонию, потому что король чаш – это все-таки у нас карта довольства, вместе с тем карта покоя, карта баланса, потому что вы довольны тем, что вас окружает и что происходит в вашей жизни. По рекомендации это еще может быть идти общение с психологом с целью вылить ему какие-то проблемы, излить свою душу, опустошиться, стать свободным, легким, знаете, и получить спокойствие души. Ну и в целом это заниматься любимыми делами, любимыми вещами. Возможно, общение с представителем водной стихии, рак, скорпион или рыбы, с человеком, который вам дарит новые эмоции, новый посыл, ну и как следствие, знаете, как превозносит ваше настроение. И в принципе, как рекомендация, концентрируйтесь на позитиве. Если мы посмотрим неожиданность этой недели, что у вас здесь? Птицы, ребенок, звезды. И здесь у нас мужчина. Ну, для многих это действительно появление нового мужчины, нового человека в вашей жизни. То есть для кого-то для построения отношений, у кого-то для делового партнерства, которое будет продуктивным. Может быть, просто новый друг. Но обратите внимание, смотрите, птицы, ребенок и звезды. Исполнение мечты, достижение цели, идеала, как новый путь, новый план, новое партнерство, которое реализует ваши цели, планы и задачи.
Карты здесь просто сказочные, просто замечательные. Поэтому, мои хорошие девы, пусть у вас так и будет. Пусть неделя вас только воодушевит и порадует. Даст вам новый старт, новые возможности, заряд энергии, бодрость. И самое главное, пусть ваша жизнь играет новыми красками. Ведь так это каждому из нас необходимо. Вот такой у вас вышел прогноз, вот такой период. Пусть эта информация будет вам во благо. И верю в то, что проиграются только лучшие аспекты. Вас же я благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь. До новых встреч.